Миланя Абрайен. События в Нагорном Карабахе можно приравнивать к геноциду. Еще два года назад Миланя Абрайен, председатель Международной ассоциации исследователей геноцида, предупредила, что события в Нагорном Карабахе можно приравнивать к геноциду. Два года спустя ее опасения неоднократно подтвердились вплоть до того, что она и ее коллеги обратились в ООН с просьбой остановить происходящее.